Так, полицейский, мы не просто тебя тут позвали. А? Что случилось? Короче, теперь у нас есть для тебя подарок с Адорчиком. Что, серьезно? А что нужно сделать, чтобы его получить? Нужно, чтобы ты попросил, чтобы все поставили лайк. Ребята, поставьте лайк, пожалуйста, прямо сейчас. Я хочу увидеть подарок, который мне сейчас подарят. Да, ребята, прямо сейчас поставьте лайк, мы увидим, что за подарок. Конечно. Адорчик, давай, проведи его с собой. Пусть полицейский увидит. Хорошо. Ой, спасибо за лайки. Так, ну что, полицейский, идем, покажем тебе твой подарок. Ты все-таки уже много работаешь в этом городе, много чего сделал хорошего. Ой, спасибо, ребята, что ставите лайки, пишите хорошие комментарии. Да-да, тебя многие любят. Погнали за мной. Ну что, ты готов, полицейский? Конечно, готов. Где подарок? Так, давай вот сюда. Раз, два и... три! Ха-ха! Это твоя машина, полицейский! А, что? Где? Чё-то я не вижу, куда идти надо? Полицейский, вот она, вот, куда ты пошел? Смотрите, это машина полицейского! Теперь он сможет кататься на тачке! Ожалеть! Какая она крутая! Да, это жесть! Ну, она, конечно, маленькая, но ты в нее вместишься! А давайте я сейчас прокачусь на ней! Хотите ли этого или нет? Напишите комментарий, я хочу! Так, смотрите! Вот она, тачка, полицейский, смотри! Это твоя тачуля! Ну как тебе? Капец, классная, слушай! Покатайся! Покажи мне, как надо кататься! Да, вот, смотри! Да, конечно же, она маленькая. Ну, давай я тебе продемонстрирую, как мы катаемся по городу. Вот! Йо! Это что за дрифт был только что? Меня просто переколбасило. Действительно, прям есть анимация. Фантастика. Это круто. Воу! Вообще колбасит машину жестко прям. Ну, это очень прикольно. Полицейский, давай тебя врежусь. На! Смотри, вот толкай тачку. Полицейский. Ты можешь покататься, хочешь покататься? Ладно, если не хочешь, я, пожалуй, заеду к новому соседу. Интересно, кто же нас там ждет? Я думаю, ты не против. Не-не-не, я не против, давай, иди заходи к этому соседу. Ладно, кажется, это медведь, это прошлый медведь. Так, медведюшка, пусти меня, пожалуйста. Смотрите, мы в доме медведя, из Маши медведь. А ну-ка, медведь, подожди. Давай мы прямо в него сейчас. Так, медведюшка, подожди, подожди, подожди. Ах ты! Не хочешь, да? Значит, врезаться. Так, куда он бежит? Что он делает? На! Ему все равно. Ай, что такое? Иди сюда. А, так, медведь, подожди. Попробуй потолкать мою машину. Ну-ка. В смысле? Ему все равно? Что происходит? Так... Медведюшка, я тут. Смотри, воу. Медведь, успокойся. Медведь? Он реально бодает меня. Что он делает? Он хочет меня поймать? Он не понимает, где я. Он думает, что я где-то тут, но я в машине, чел. А ну-ка, а если в него врежемся, давай. На! Смотрите, питомец тоже не чухает, ему все равно. На полицейской тачке. Воу! Реально, смотрите. Что это, прям настоящая физика? Я машину перевернул, жесть! Блин, что делать? Я машину полицейского перевернул! Вау! Медведь, ты чё? Иди сюда, ты где? Я тебя поймать не могу! Так, полицейский, забери свою тачку! Пожалуйста, я не виноват, это все медведь! Он меня перевернул, вау! Ты что делаешь, медведюшка? Он какой-то странный! Я тебя не вижу, потом вижу! Что происходит? Так, медведь, секундочку, ты реально странный! Ты чё останавливаешься, бежишь? Останавливаешься, бежишь? С тобой все нормально? О, он перевернул машину, ура! Можно уехать! У-ху-ху! До свидания! Сваливаем, сваливаем, сваливаем! Смотрите! Опачки! Капец! Настоящая физика! Да даже подрифтовать нельзя! У-ху! Смотрите, как боком стал, жесть! Эй, Адорчик, давай я прокачусь, а? Как тебе такая идея? Ну давай, товарищ полицейский, но только машина перевернулась. Да ничего страшного, я сейчас ее нормальное место поставлю. Ха, отлично, машина готова. Так, ну ладно, давай садись, погнал. Так, отлично,
Хо-хо-хо-хо! У меня есть сверхполицейская тачка! Я могу спокойно ловить всех преступников! Это замечательно! Хо-хо-хо-хо! Конечно же, тут немножко тесно. Я ж большой, длинный, а эта машинка маленькая. Так, отлично, спасибо Дорчику и Питеру. Вообще круто на самом деле. Кажется, с этой машиной я очень буду крутым. И все злые монстры будут меня бояться. Как вам машина, подписчики Адора? Напишите комментарий. О, какая она маневренная, да? Отлично! Ха-ха! Адорчик, как тебе? Отлично, супер! Прям классно! Отлично! Супер, спасибо за машину! Что это сзади? Повернись, Адорчик! Что-то может быть? Ё-моё! Это что такое? Ну что ж... Я вас всех схлопаю, как мёдик. Ещё, не приходите ко мне домой, либо я вас загашу. Что? Что происходит? Нет! Это жесть какая-то. Адорчик, мне придётся тачку взять и приехать к нему. И включить аварийку на тачке. Так. Стоять. Вы арестованы. А, что? Что это красная какая-то дичь? Так... Медведь, мне предстоит вас арестовать! А ну-ка, руки за голову! Лягте на пол, быстро! На землю! Машина застряла! Отлично, какая-то красная зона, надо быть осторожным! Так, полицейский, подожди! Я с ним разберусь, мне нужно у Шаолина оружие взять! Что, я не могу поднять оружие? Какого лешего, что происходит? Я сделал так, чтобы вы не могли поднимать оружие. Что? Медведь, ты чё намутил? Ты слышишь, раздаешь машину полицейского? Ты чё делаешь? Блин, только не моя тачка, новая же! Да, мы только подарили её. Вы чё думаете? Мы остановимся, мы каждый раз будем обновляться. Тут соседи будут каждый раз новые в каждом дне. Что? Вот это медведь! Огромный, посмотрите, какая у него лапа! Огроменная просто! Медведь, успокойся, ты куда бежишь? Я тебя поймать хочу! Так, стопендра! Давай, выпивай зелье, тоже становись огромным! Хотя бы пообщайся поровну с ним! Ладно, ты в курсе, что у нас нет меда в нашем городе? Что? Только не это! О, нет! Только не мед, мне мед нужен! Оу, чё это было, слышь? Вот это да, подожди, дай проверю-ка. Секундочку. Медведь, ты где? Я его не вижу. Ты его видишь? Какой? Кажется, он просто исчез. Или мне так кажется? Медведюшка, ты где? А? Что? Не понял. Такое ощущение, он реально исчез. Не могу понять вообще. Оу, я снизу! Под землей! Помогите мне! Под землей? Что? Что? Медведь? С тобой все нормально? Ё-моё! Посмотрите! Что с ним? О-о-о! Я под землю пропал! Потому что вы сказали, что меда нет в городе! Что, меда нет? Ну действительно, меда нет! Что с ним? Как он так под землей ходит? Я не понимаю! Он реально зарылся под землю? О, да, я буду тут теперь лежать, зимовать. Что? Ладно, друзьяшки, надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк. Сегодня мы узнали, что у полицейского будет новая машина. Ну, еще и этот медведь. Он под землю ушел. На этом все. С вами был я, Игорь Кадро. Всем удачи, всем нравится, всем спасибо, всем хорошего, делать добро. Не забывайте, что, наверное, спасибо. Всем пока.